Алло, шеф. Я ее потерял. Не знаю, как сквозь землю провалилась. Да, да, и да, я понимаю. Да. А что я могу сделать? Да, я все понимаю, да. Оружие при себе есть? Оставьте в машине. Располагайся. Поговорим? Я очень рад тебя видеть. Ты участвовал в покушениях на Джеймса? Лично нет. Кэт. У Кэт еще никогда не было двух проколов подряд. Твоему счастливчик. Что вы хотите? Корпорацию. Нам нужно, чтобы ты уговорила Джеймса подписать документы о выходе нескольких филиалов из корпорации. И мы обещаем отстать от Джеймса. При этом корпорация, конечно, развалится, но Джеймс останется в живых, и у него будет кусок бизнеса. Это исключено. Не торопись. Подумай. Я же сказала, это исключено. Я никогда не предам Джеймса. Он мне этого не простит. Если ты примешь наше предложение, то покушений на Джеймса больше не будет. Разве это не лучшее для него? И потом Кэт в третий раз не промахнется точно. Ну, предположим. А что будет со мной? Старик Харпер тебе оставил достаточно денег. Ты будешь богатый и свободный. И будешь жить, как захочешь. Истерику. Я не мог тогда поступить иначе.
Послушай, детка. Я не хочу ничего слышать. Ты предатель. А все вы шайка бандитов. И я не дам вам развалить корпорацию, чего бы мне это ни стоило. Да. Она отказалась. Какого черта ты выключил монитор? Какой монитор? В комнате, где ты встречался с Андрей. Палач за это по голове не погладит. Она отказалась. Миссис Харпер, посыльный принес для вас письмо. Благодарю вас, Ричардс. Да, и узнаете, все ли готово к обеду? Непременно. Ну, как ты, дорогой? Уже лучше. А что это? А, это… Прочти. А, Ричард, скажите, а миссис Сандра дома? Нет, сэр, она еще не вернулась. Я вас очень прошу, когда она придет, попросите ее подняться ко мне. Хорошо.
Миссис Сандра, вас срочно хотел видеть мистер Джеймс. Он в спальне. Спасибо, Ричардс. Ты хотел меня видеть, милый? Что это? Это правда, Джеймс. Но правда и то, что все эти годы я была тебе хорошей, верной женой. Я много раз хотела тебе рассказать, но я боялась. Прости меня за малодушие. А потом, знаешь, появилась Кора, и я решила, что уже поздно. Но я действительно все эти годы очень любила тебя. И сейчас очень люблю. Я надеюсь, ты хотя бы не связана с криминалом? Нет, Джеймс. Нет. Я понимаю, что у тебя сейчас есть все основания не доверять мне, но я прошу тебя, давай успокоимся и не будем говорить о моем прошлом. Я обещаю, я все тебе расскажу, я все объясню тебе, Джеймс. Но сейчас у нас есть проблемы поважнее. Я вижу, ты прочитал мой отчет. Я только начал. Джеймс, у корпорации действительно серьезные проблемы. И нам сейчас нужно обсудить, как мы будем вести себя дальше. Нужно обсудить стратегию, Джеймс. Нам с кем нужно... обсудить? С Сашей Козинцевой? Или с Сандрой Сеймур? Слушай, Джеймс, у корпорации действительно большие проблемы. Я только что встречалась с нашими конкурентами, точнее сказать, с нашими врагами. Это страшные люди, Джеймс. Они не побрезгуют самыми грязными и жестокими способами по устранению противника, Джеймс. Они выдвинули условия, которые невыполнимы. Они хотят, чтобы я уговорила тебя подписать бумаги о выходе нескольких филиалов из корпорации. Почетная роль. Но я отказалась, Джеймс. Джеймс, я отказалась. Потому что я не могу предать тебя. Послушай, Джеймс, у них почти 20% наших акций. Дорогая моя, я слушал тебя все эти годы. Ты так красиво обо всем говорила. О нефтяном бизнесе в Америке. О родителях в Огайо, о детстве в Дейтоне. Джеймс, я умоляю, не отказывай мне в одном. Необходимо срочно усилить охрану дома, Джеймс. Мельдер сделал все необходимое. Он профессионал. Я третий. У нас все чисто. Ну что ты падаешь все время? Никак не получается. Опять упал. Не правда ли? Прекрасная погода. Можно подольше погулять. У нас все спокойно. Кора! Кора! Привет. А ты кто? Я? Я добрый волшебник. Хочешь со мной в страну сказок? Ага. Пойдем. Ага.
срочно проверь, что там делает. Девочка, в кустах жасмина. Есть, сэр. Не скоро. Не скоро. Не скоро. Не скоро. Посмотри там. Девочка пропала. Слушаю. Подождите! Что? Что они сказали? Они сказали, надо подписать какие-то бумаги, и тогда они отпустят Кору. Ричардс? Боже, да, проводите, пожалуйста, мисс Мод. Хорошо. Извините. Боже. Пойдемте. Где и когда? Сегодня в 6 вечера. И они сказали, что моя жена знает где. Нужно немедленно подключить полицию. Не надо! Джеймс, прошу тебя, делай все, что они говорят. Я знаю этих людей, они способны на все, Джеймс. Интересно, а откуда ты это знаешь? Ты так хорошо осведомлена. Может быть, ты связана с ними? И причастна к похищению Коры? Джеймс, как ты можешь? Наконец-то у тебя открылись глаза, дорогой. Я звоню в полицию. Джеймс! Я прошу тебя, не звони в полицию, тогда Кора останется жива, я тебя умоляю! Убирайся из моего дома. Немедленно. Пошла вон! Алло, полиция. Полиция, это Джеймс Харпер. Запомни, тебя зовут Мэри Смит, а я твоя мама. Если тебя будут спрашивать, говори так. Поняла? Ага. Как тебя зовут? Мэри. Говори, как тебя зовут? Мэри Смит. Молодец. Пошли, стой. Порядок, я у нее на хвосте. Перезвоните в полицию, пусть они мне позвонят, и я их сориентирую. Я не хочу странных сказок. Я хочу домой. Thank you.
шоссе поворот на Фоксли Стейшн. Я понял. Быстро по машинам, поворот на Фоксли Стейшн. Тебе не страшно? Палач сошел с ума. Дом просто нашпигован взрывчаткой. Одна искра все взлетит к чертовой матери. Стал таким рассеянным, как только снова появилась она. Что, ждать ее побежал, да? Да нет, курить. Или ты хочешь, чтобы я закурила в доме нашпигованным взрывчаткой? Оружие есть? Что у вас в сумке? Так. Идемте. Она заехала на территорию какого-то коттеджа. Нет, один я туда сунуться не могу. Где Кора? Я спрашиваю, где Кора? Вот, это было в сумочке, сэр. Здравствуй, Галатея. Я вижу, мои уроки не прошли для тебя даром. Сэр Грэхэм, скажите, ради бога, зачем вам все это нужно? Не спеши. Времени у нас достаточно до приезда твоего мужа. Садись. Эта история началась давно, когда тебя еще не было на свете. Сэр Грэхэм, я умоляю, скажите, где ребенок? Что с ней? Не перебивай. С ней все в порядке. Пока. Но если ты будешь перебивать меня, я не ручаюсь за ее благополучие.
Когда-то я любил одну женщину. Очень любил. Мы уже готовы были объявить о нашей помолвке, но тут появился Теренс Харпер. Он был беден и безроден, но она, Лиз, предпочла его. Тогда, когда Теренс объявил, что он разводится с Лиз и женится на русской любовнице, она продолжала его любить. Я во второй раз сделал ей предложение, но она только посмеялась надо мной. Когда Теренс задумал женить сына на дочери своей русской любовницы, я с радостью вызвался ему помочь. Она лишила меня всего, и я решил разрушить ее жизнь. И вот ее горячо любимая внучка, потомок женщины, которую она всю жизнь ненавидела. Корпорация обанкротится, так что ее ожидает печальная старость. Вы много страдали, я вам очень сочувствую. Но ведь ребенок он не виноват. Умоляю, отдайте Кору. Отдам. А может и нет, если Джеймс не подпишет бумаги. Дом заминирован. Я довел свою партию до конца. Осталось подождать мистера Хартера, младшего. Быстро уводи ребенка и ждите меня там, где договорились. Детка! Детка, ты должна вести себя очень тихо. И слушаться, Кэт. Ты очень скоро увидишь маму, поняла? Все началось. Уводи. И береги ее. Я тебя не брошу. Через 5 минут здесь все взлетит на воздух. Я никуда не пойду. Марш отсюда! Я никуда не пойду! Я никуда не пойду! Ты что мне сказал? Я никуда не пойду! Прекрати истерику! Ее вела Кэт. Стойте! Я знаю, где она. Поехали! Быстро, машина! Подожди! Стой! Thank you.
волнуйся, я знаю, куда Кэт повезла девочку. Бедная Кора. Бедная моя Кора. Успокойся, ничего с ней не случится. Я не хочу ничего слышать. Для тебя ничего не существует на свете, кроме денег. Даже отдав меня замуж за Джеймса, получив свои миллионы, ты все равно продолжаешь работать на Грэхэма. Нравится острое ощущение, да? Нравится убивать? Нравится делать людей несчастными? Нравится причинять им боль? Нравится? Замолчи, или я остановлю машину. Деньги. Я получу их через 7 лет после своего замужества. Это условие контракта. Тебе осталось недолго ждать. Да ты ничего не знаешь. Все это я делал только ради одного. Ради своего сына. Какого сына? Да, у меня есть сын. Он живет в маленьком городке под Римом. Все это время Грэхэм держал меня на крючке. Потому что я знал, что в любой момент он может сделать что-нибудь с ребенком. Я так ничего и не знаю о тебе. Прости меня. Это ты прости меня. Я не смог остаться с тобой тогда. Детка, ты не волнуйся, Кэт не причинит вреда ребенку. Я ее очень хорошо знаю. Ты все такая же отчаянная, детка. Одним выстрелом ты решила все проблемы. То, на что ни у меня, ни у Кэт, ни у кого из членов нашей команды за столько лет так духу и не хватило. Это действительно супер, детка. Куда мы едем? К реке. Там катер. Это страховка на случай провала операции. Все решу. Прощай, детка. Жаль, что не могу поцеловать тебя. Кора. Все, я подъехал, вижу их. Осторожно. Сандра, отпусти дочь.
Миссис Харпер, немедленно отпустите ребенка. Отпустите ребенка. Доченька, помнишь, я говорила, что люблю тебя больше всех на земле? Ты не забывай это, пожалуйста, ладно? Не забывай, что я тебя очень-очень люблю. Я тебя, мамочка, тоже люблю. А сейчас тебе нужно будет бежать к папе. Ладно? Я тебя очень люблю. Иди. Кора! Снимешь номер в гостинице и сообщишь адрес. Я пришлю адвокатов. Джеймс, я очень прошу, давай сначала поговорим без адвокатов. Хорошо. Хороший мальчик. Рядом. Что такое? Фредди. Прекрати. Давай. Фредди. Фредди рядом. Все. Значит, с самого начала все было ложью. Я тебя понимаю. Прости. Прости? Все, что ты мне можешь сейчас сказать, это прости. Так вот просто незатейливо, как школьница. Прости, я больше не буду. А я должен растрогаться, тебя погладить по голове, и мы все забудем, да? Из-за тебя Кора подверглась смертельной опасности. Я не хочу тебя больше видеть. Джеймс, Кора была в опасности не из-за меня. Я не хочу слушать твоих оправданий. Я требую, чтобы ты отказалась от Коры. Что? Мои адвокаты уже готовят бумаги. Ты должна будешь подписать отказ от прав на ребенка. Это единственное верное решение в данной ситуации. Фредди! Фредди! Пойдем домой. Джеймс. Я могу увидеть Кору? Нет. Ей сейчас ни к чему лишний стресс. Она и так очень много перенесла. Мы ей сказали, что мама уехала надолго. Я очень надеюсь, что Кора совсем скоро тебя забудет. Она все-таки еще маленькая, и в таком возрасте дети довольно легко переносят душевные травмы. В случае, если ты попытаешься хоть что-нибудь теперь принять, я пойду на самые крайние меры. Джеймс, ты замечательный отец. И ты очень любишь Кору. Поверь, я тоже ее очень люблю. Я очень хочу, чтобы у нее все было хорошо. Поэтому я… Я подпишу бумаги. Возможно, сейчас для всех так будет лучше.
Подожди, пожалуйста. У меня есть деньги на счете в швейцарском банке. Ты о них не знаешь? Их завещал мне твой отец. Это очень длинная история, подробности сейчас ни к чему. Так вот, я перевела счет на имя Коры. Мои адвокаты сообщат тебе имя опекуна. Еще я хотела тебе сказать. Спасибо тебе за все. Я была счастлива. Да, я виновата. Но я тебя не предавала. Береги, пожалуйста, Кору. И будь счастлив. Здравствуй, Андрей. Сандра, последняя бакинская экспертиза действительно оказалась фальшивкой. Как ты и предполагала. Спасибо, но теперь это не имеет никакого значения. Корпорации больше ничего не угрожает. Дальше Джеймс справится сам. Сандра, я разговаривал с Джеймсом. Я знаю. До сих пор не могу поверить, что это так. Ты же знаешь, как я люблю вас обоих. Как ты? Я нормально. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет, нет. Ты обязательно справишься. Ты сильная. Я таких нигде не встречал, даже в России. Хотя всем известно, что в России самые сильные женщины в мире. Я знаю. Начнешь все сначала. Затеем какой-нибудь бизнес вместе. Готов быть вашим партнером на любых условиях. Я готова рассмотреть ваше предложение. Я не шучу. Я знаю. Спасибо тебе за все, дружище. Пока. Пока. Здоров. Корпорация спасена. Я все смогла. Кора. А я обязательно что-нибудь придумаю. Я супер. В аэропорт, пожалуйста. В путешествие, мисс? Нет. Домой.